Ударил, схватил сумку и убежал. В прошлую среду жертвой разбойного нападения стала женщина 58 лет. Поздно вечером она возвращалась домой и возле подъезда получила удар по голове. При нападении неизвестного у женщины была похищена сумка, в которой находился сотовый телефон, а также кошелек с банковскими картами и денежными средствами в сумме 400 рублей наличными. Саровчанка находится в больнице. Врачи поставили диагноз – открытый перелом кости черепа. Предположительно, ее ударили молотком. Действия преступника попадают под статью 162 Уголовного кодекса, который предусматривает максимальный срок наказания до 8 лет лишения свободы. Личность преступника пока не установили. Гораздо слабее были удары двух дам, которые решили выяснить отношения в рукопашной схватке в одном из подъездов дома по улице Московской. В результате одна из них пришла с синяками и заявлением в полицию. После опроса полицейскими заявительницы было установлено, что девушки подрались из-за мужчины, который является сожителем одной из них. На дорогах Сарова в последнюю неделю осени было относительно спокойно. Сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 7 ДТП, в одном из которых пострадал виновник аварии. Напротив дома номер 15 на Варламовской дороге водитель, женщина 93-го года рождения, управляла автомашиной Kia Rio и при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении автомашины Hyundai EX35 под управлением водителя 63-го года рождения, который двигался по Варламовской дороге, то есть по главной дороге. На месте ДТП никто не заявлял о полученных травмах. Но спустя несколько часов водитель Kia Rio почувствовал себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у женщины ушибы. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.